непонятно. Можно было бы опустить кого-то из центральной зоны, Гусева также опустить пониже именно в центральный круг. И, соответственно, конечно же, сыграть в трех, ну, потому что вот очень часто такое бывает, но здесь все-таки забивает. Забивает Гатагов 13-м номером, снова у нас Азонго, на этот раз попадает. Попадает Ги Азонго, наверное, так все-таки будет правильнее, и открывает счет Гатагов своим мячам 1-0 на 9-й минуте встречи. Ну, как я...